Я солгал матери, и такой матери, и ускользнул от нее. И это ты милосердно отпустил мне, сохранив меня полного грязи и мерзости от морских вод и приведя к воде благодати твоей, омыв из которой я осушил потоки материнских слез, которыми она ежедневно орошала перед тобою землю, плача обо мне. Она отказывалась вернуться без меня, и я с трудом убедил ее провести эту ночь в часовне святого Киприана поблизости от нашего корабля. И в эту ночь я тайком отбыл, она же осталась молясь и плача. О чем просила она тебя, Господи, с такими слезами? О том, чтобы ты не позволил мне отплыть? Ты же в глубине советов своих, слыша главное желание ее, не позаботился о том, о чем она просила тогда. Да сделаешь из меня то, о чем она просила всегда. Подул ветер и наполнил паруса наши и скрыл от взглядов наших берег, где она, утром обезумев от боли, наполнила уши твои жалобами и стонами, которые ты презрел. Ты влек меня на голос моих страстей, чтоб покончить с этими страстями. А ее, за ее плотскую тоску, хлестала справедливая плеть боли. Она любила мое присутствие, как все матери, только гораздо больше, чем многие матери, и не ведала, сколько радости готовишь ты ей моим отсутствием. Она не ведала этого, и поэтому плакала и вопила. И в этих муках сказывалось в ней наследие Евы. В стенаниях искала она то, что в стенаниях породила. И однако, после обвинения меня в обмане и жестокости, она опять обратилась к молитвам за меня и вернулась к обычной своей жизни. Я же прибыл в Рим. И вот настигла меня плетью своей телесная болезнь. Я уже шел в ад, унося с тобой все грехи, которые совершил перед тобою, перед самим собой и перед другими. Великое и тяжкое звено, добавленное к оковам первородного греха, которым мы все умираем в Адаме. Ты ничего еще не отпустил мне во Христе, ибо Он не упразднил еще на кресте своем вражды, которая была у меня с тобою за грехи мои. Мог ли упразднить ее этот распятый призрак, в которого я верил? Насколько мнимой казалась мне его плотская смерть, настолько подлинной была смерть моей души, и насколько подлинной была его плотская смерть, настолько мнимой была жизнь моей души, не верившей в его смерть. Лихорадка моя становилась все тяжелее. Я уходил и уходил в погибель. Куда ушел бы я, если бы отошел тогда? Конечно, по справедливому порядку твоему, только в огонь и муки, достойные моих дел. А мать не знала этого, но молилась в отсутствии. Ты же, присутствуя везде, услышал ее там, где была она, и сжалился надо мною там, где был я. Телесное здоровье вернулось ко мне, еще больному, кощунственным сердцем своим. Я ведь не захотел принять твоего крещения, даже в такой опасности. Был я лучшим мальчиком, когда требовал от благочестивой матери своей, чтобы она окрестила меня. Об этом я вспомнил уже, исповедуясь тебе. Я возрос на позор себе и безумно смеялся над твоим врачеванием, ибо ты не позволил мне такому умереть двойной смертью. Если бы такая рана поразила сердце моей матери, она никогда бы не оправилась. Я не могу достаточно выразить, как она любила меня. Она вынашивала меня в душе своей с гораздо большей тревогой, чем когда-то носила в теле своем. Я не знаю, как могла бы она оправиться, если бы в самой глубине любви своей была она пронзена такой смертью моей. Где же были горячие, такие частые, непрерывные молитвы? Только у тебя. Разве ты, Господи, милосердие, презрел бы сердце сокрушенное и смиренное, чистой, скромной вдовы, прилежно творившей милость и неохотно служившей служителям твоим, не пропускавший ни одного дня, чтобы не принести жертву к твоему алтарю, дважды в день, утром и вечером, неизменно приходивший в церковь твою, не для пустых сплетен и старушечьей болтовни,
а чтобы услышать Тебя в словах Твоих и быть услышанной Тобою в молитвах своих. Такое создала ее благодать Твоя. Ее ли слезами пренебрег бы Ты, ее ли бы оттолкнул и не подал ей помощи, когда она просила у Тебя не золота и серебра, не бренных и приходящих благ, а душевного спасения сыну? Нет, Господи, нет! Ты находился тут, Ты слышал ее и сделал все то, как это было предопределено Тобою. Невозможно, чтобы Ты обманывал ее в тех видениях и ответах Твоих, из которых я одни упоминал, а другие не упомянул, и которые она хранила верным сердцем и, постоянно молясь, предъявляла Тебе, как собственноручное Твое обязательство. И Ты удостоил, ибо вовек милость Твоя перед теми, кому отпускаешь все долги их, оказаться должником, обязанным исполнять обещания свои. 10. Итак, Ты исцелил меня от этой болезни и спас сына служанки Твоей, пока еще только телесно, чтобы было кому даровать спасение более действительное и надежное. Я и в Риме опять связался с этими святыми, в кавычках, обманутыми обманщиками. И на этот раз не только со слушателями, в числе которых находился и тот человек, в чьем доме я хворал и выздоровел, но и с теми, кого они зовут избранными. Мне до сих пор еще казалось, что это не мы грешим, а грешит в нас какая-то другая природа. Гордость моя услаждалась тем, что я не причастен вине. Если я делал что-нибудь худое, то я не исповедовался в своем проступке, чтобы Ты исцелил душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Мне лестно было извинять себя и обвинять что-то другое, что было со мною, и в то же время мною не было. На самом же деле я представлял собой нечто цельное. Но мое нечестие разделило меня и поставило против меня же самого. Неизлечимее был грех, потому что я не считал себя грешником и окаянной неправдой. Всемогущий, было желать, чтобы Ты скорее оказался побежден во мне на погибель мою, чем я Тобою во спасение мое. Ибо еще Ты не положил, Господи, охрану устам моим и не оградил двери уст моих, дабы не уклонилось сердце мое к словам лукавым для извинения дел греховных, вместе с людьми, делающими беззаконие. Поэтому я и общался с их избранными. Я отчаялся уже, однако в том, что могу найти полезное в их лживом учении, которым решил удовольствоваться, если не найду ничего лучшего. Небрежно и кое-как я за него держался. У меня зародилась даже мысль, что наиболее разумными были философы, именуемые академиками, считавшие, что все подлежит сомнению и что истина человеку вообще недоступна. Мне казалось, как и всем, что они именно так и думали. Их намерение было мне еще непонятно. Я не упускал случая подавить в моем хозяине чрезмерную доверчивость, которой он, я видел, относился к сказкам, наполняющим манихейские книги. Я продолжал, однако, быть ближе к манихеям и дружнее с ними, чем с людьми, стоявшими вне этой ереси. Я не защищал ее уже с прежним пылом, и, однако, близость с манихеями, а много их укрывалось в Риме, делала меня ленивее на поиски другого, тем более, что я отчаялся, Господи, неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, найти в церкви Твоей истину, от которой они меня отвратили. Мне казалось великим позором верить, что Ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой. А так как иного, кроме телесной величины, а так как желая представить себе Бога моего, я не умел представить себе ничего иного, кроме телесной величины, мне и казалось, что ничего бестелесного вообще не существует, то это и было главной и, пожалуй, единственной причиной моего безысходного заблуждения. Поэтому и зло мыслил я, как такую же субстанцию, представленной темной и бесформенной величиной, то плотной, к
которую они называли землей, то редкой и тонкой, как воздух. Они воображали, что это злой дух, ползающий по этой земле. Итак, когда же мое жалкое благочестие заставляло меня верить, что ни одно злое существо не могло быть создано благим Богом, то я и решил, что существует две величины, одна другой противоположные. Обе они бесконечны, только злая поуже, а добрая пошире. Это тлетворное начало влекло за собой и другие мои богохульства. Когда душа моя пыталась вернуться к православной вере, то меня отталкивало от нее, потому что мысли мои о ней не соответствовали тому, чем она была на самом деле. Мне казалось благочестивее, Господи, чье милосердие засвидетельствовано на мне верить, что Ты во всем безграничен, хотя в одном приходилось признать ограниченность Твою. Там, где Тебе противостояла громада зла. Это казалось мне благочестивее, чем считать, что Ты был ограничен во всех отношениях формой человеческого тела. И мне казалось лучше верить в то, что Ты не создал никакого зла. В невежестве своем я представлял его себе не только как некую субстанцию, но как субстанцию телесную, потому что и разум не умел мыслить себе и его иначе, как в виде тонкого тела, развитого, однако, в пространстве. Чем верить, что от тебя произошло то, что я считал злом? Самого же Спасителя нашего, Единородного Сына Твоего, считал я как бы исшедшим для спасения нашего из самой светлой части вещества Твоего, и не желал верить о нем ничего, ничему, кроме своей пустой фантазии. Я думал, что он обладал такой природой и не мог родиться от Девы Марии, не смесившись с плотью. Смесите же с ней и не оскверните, казалось мне невозможным для такого существа, какое я себе представлял. Поэтому я боялся верить, что он воплотился, чтобы не быть вынужденным верить, что он осквернился от плоти. Люди духовной жизни, если им доведется читать мою исповедь, ласково и любовно посмеются сейчас надо мною. Но таким был я. Затем я считал, что в твоем писании невозможно защищать те части, на которые манихеи нападали. Иногда, правда, я хотел обсудить каждую в отдельности с кем-нибудь, кто был хорошо осведомлен в этих книгах, и узнать, что он по этому поводу думает. Меня еще в Карфагене поколебали рассуждения некоего Элпидия, открыто выступавшего против манихеев. Его словам о писании противостоять было трудно. Довод манихеев казался мне слабым, тем более, что они неохотно доставляли его из-под спуда перед всеми, а сообщали только нам в тайне. Они говорили, что Новый Завет подделан какими-то людьми, захотевшими привить к христианской вере иудейский закон, но сами не показывали ни одного подлинного текста. А я, думая об этих телесных громадах, словно пленник, задыхавшийся под их тяжестью, не мог перевести дух и вздохнуть чистым и прозрачным воздухом твоей простой истины. Я прилежно взялся за дело, ради которого я приехал. Начал преподавать в Риме риторику. И сперва собрал у себя дома несколько учеников, знакомство с которыми доставило мне и дальнейшую известность. И вот я узнаю, что в Риме бывает то, чего в Афины, в Африке мне не доводилось испытать. Здесь действительно юные негодяи не ставили всего вверх дном, это я сам видел. Но мне рассказывали о другом. Вдруг, чтобы не платить учителю, юноши начинают между собой сговариваться, и толпой переходит к другому. Этим нарушителям слова дороги деньги. Справедливость у них стоит дешево. Ненавидело таких сердце мое, хотя и несовершенной ненавистью. Может быть, я больше ненавидел их за то, что мне предстояло претерпеть от них, чем за вред, нанесенный другим. Такие люди, конечно, гадки. Они преданы разврату вдали от тебя, из любви к быстротечным забавам и грязной наживе, пачкающей руку, которая ее берет, в погоне за этим ускользающим миром. Они презирают тебя, кто неизменно пребывает, зовет к себе обратно и прощает блудную человеческую душу, возвращающуюся к нему. И теперь мне ненавистны такие испорченные и развращенные люди, но я и люблю их, надеясь исправить. Пусть предпочтут деньгам науку, которой их учат,
а ей Тебя, Господи, истину, преизбыток надежного блага и чистого мира. Тогда же я скорее не хотел иметь дело с ними злыми передо мною, чем хотел, чтобы они стали добрыми перед Тобою. Поэтому, когда из Медиалана прислали к префекту Рима с просьбой найти для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я стал искать этого места с помощью тех же самых манихеев, пьяных тщеславием, чтобы избавиться от них, от которых я и уезжал, о чем ни сам я, ни они не подозревали. Было предложено произнести речь. Симмах, бывший тогда префектом, одобрил ее и отправил меня. Я приехал в Медиалан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру, благочестивому служителю твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу твоему тук пшеницы твоей, радовали маслом, опьяняли трезвым вином. Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к тебе с моего ведома. Этот Божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его. Сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в твоей церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного. Я прилежно слушал его беседы с народом, слушал не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличено ли оно похвалами или недооценено? Я с величайшим вниманием ловил его слова и беззаботно пренебрегал их содержанием. Я наслаждался прелестью его речи, более ученой, правда, но менее яркой и привлекательной по форме, чем речь Фавста. По содержанию их нельзя было и сравнивать. Один заблудился в манихейской лжи, другой спасительно учил спасению. Но далеко спасение от грешников, каким я был тогда. И однако исподволь, и сам того не зная, приближался я к нему. Хотя я и не старался изучить то, о чем он говорил, а хотел только послушать, как он говорит, эта пустая забота о словах осталась у меня и тогда, когда я отчаялся, что человеку может быть открыта дорога к тебе. Но в душу мою... Разом со словами, которые я принимал радушно, входили и мысли, которым я был равнодушен. Я не мог отделить одни от других, и когда я открывал сердце свое тому, что было сказано красно, то тут же входило в него и то, что было сказано истинного, входило, правда, постепенно. Прежде всего мне начало казаться, что эти мысли можно защищать, и я перестал думать, что только по бесстыдству можно выступать за православную веру, отстаивать которую против манихейских нападок, по моим прежним понятиям, было невозможно. Особенно подействовало на меня неоднократное разрешение загадочных мест Ветхого Завета, и их буквальное понимание меня убивало. Услышав объяснение многих текстов из этих книг в духовном смысле, я стал укорять себя за то отчаяние, в которое пришел когда-то, уверовав, что тем... кто презирает и осмеивает законы пророков, противостоять вообще нельзя. Я не думал, однако, что мне следует держаться церковного пути. У православной веры есть ведь свои ученые-защитники, которые подробно и разумно опровергнут то, чего я держался, раз защищающиеся стороны равны по силе. Православная вера не казалась мне побежденной, но еще не предстала победительницей. Тогда же я приложил все силы к тому, чтобы попытаться как-либо с помощью верных доказательств изобличить манихейскую ложь. Если бы я мог представить себе духовные субстанции, то, конечно, все их построения развалились бы, и я отбросил бы их прочь. Но я не мог. Я стал, однако, по тщательном рассмотрении и сравнении приходить к заключению, что большинство философов гораздо вернее думали о самом мире и обо всей природе, доступной нашим телесным чувствам. Итак, по примеру академиков, как их толкуют, во всем сомневаясь и ни к чему не пристав, я решил все же покинуть манихеев. Я не считал возможным в этот период своих сомнений оставаться в секте, которой я уже предпочел некоторых философов. Этим философам, однако, я отказался доверить лечение своей расслабленной души, потому что они не знали спасительного имени Христова. Я решил оставаться
катехуменом православной церкви, завещанной мне родителями, пока не засветится передо мной что-то определенное, к чему я и направлю путь. Книга шестая. Надежда моя от юности моей. Где ты был и куда удалился? Разве не ты сотворил меня, не ты отличил от животных и сделал разумнее небесных птиц? А я ходил во мраке по скользким стезям, я искал тебя вне себя и не находил. Бога сердца моего и дошел до глубины морской, разуверившись и отчаявшись в том, что можно найти истину. Ко мне приехала моя мать, сильная своим благочестием. Она последовала за мной по суше и по морю, уповая на тебя во всех опасностях. Во время бедствий на море она утешала самих моряков, которые обычно утешают путешественников, когда, незнакомые с морем, они приходят в смятение. Она обещала им благополучное прибытие, потому что ты обещал ей это в видении. Она нашла меня в большой опасности. Отыскать истину я отчаялся. От сообщения моего, что я уже не манихей, но и не православный христианин, она не преисполнилась радости, будто от нечаянного известия. Мое жалкое положение оставляло ее спокойной в этом отношении. Она оплакивала меня, как умершего, но которого ты должен воскресить. Она представляла тебе меня, как сына вдовы, лежащего на смертном одре, которому ты сказал: «Юноша, тебе, говорю, встань». И он ожил и стал говорить, и ты отдал его матери его. Поэтому сердце ее не затрепетало в бурном восторге, когда она узнала, что уже в значительной части совершилось то, о чем она ежедневно со слезами молилась тебе. Истины я еще не нашел, но от лжи уже ушел. Будучи уверен, что ты, обещавши целиком исполнить ее молитвы, довершишь и остальное, она очень спокойно, с полной убежденностью ответила мне, что раньше, чем она уйдет из этой жизни, она увидит меня истинным христианином, она верит этому во Христе. Только это и сказала она мне. Тебе же, источник милосердия, воссылала еще чаще слезные молитвы, да ускоришь помощь свою, осветишь потемки мои. Еще прилежнее ходила она в церковь и, не отрываясь, слушала Амвросия у источника воды, текущей в жизнь вечную. Она любила этого человека, как ангела Божия. Узнав, что это он довел меня пока что до сомнений и колебаний, она уверенно ожидала, что я оправлюсь от болезни и стану здоров, пройдя через этот промежуточный и самый опасный час, который врачи называют критическим. Однажды, по заведенному в Африке порядку, она принесла к могилам святых кашу, хлеб и чистое вино. Привратник не принял их. Узнав, что это запрет епископа, она приняла его распоряжение так послушно и почтительно, что я сам удивился, как легко она стала осуждать собственные обычаи и не рассуждать о его запрете. Душа ее не лежала к выпивке, и любовь к вину не подстрекала ненавидеть истину, как это бывает с большинством мужчин и женщин, которых от трезвых напевов тошнит, как пьяниц от воды. Она приносила корзину с установленной едой, которую следовало сначала отведать, а потом раздать, а для себя оставляла только один маленький кубок, разведенный водой по ее трезвенному вкусу. Из него и отпевала она в знак уважения к обычаю. Если надобно было таким же образом почтить память многих почивших, то она обносила этот самый кубок по всем могилам, понемногу прихлебывая не только очень жидкое, но и очень теплое вино. Она принимала таким образом участие в общей трапезе, ища в ней благочестивого служения, а не наслаждения. Итак, узнав, что славный проповедник и страж благочестия запретил этот обычай даже тем, кто трезвенно справлял его, не надо давать пьяницам случай напиваться до бесчувствия. Кроме того, эти своеобразные поминки очень напоминали языческие суеверия. Мать моя очень охотно отказалась от него. Она выучилась приносить к могилам мучеников вместо корзины, полной земных плодов, сердце, полное чистых обетов, и отделять бедных в меру своих средств. Там причащались тело Господне.
подражая ведь страстям Господа, принесли себя в жертву и получили венец мученики. Мне кажется, однако, Господи Боже мой, и сердце мое в этом открыто перед Тобой. Мать моя, может быть, не так легко согласилась бы отвергнуть эту привычку, если бы запрет наложил другой человек, которого она любила бы не так, как Амвросия, которого любила чрезвычайно за мое спасение. Он же любил ее за благочестивый образ жизни, за усердие, с которым она неизменно посещала церковь, пламенея духом к добрым делам. У него часто при встрече со мной вырывались похвалы ей, и он поздравлял меня с тем, что у меня такая мать. Он не знал, что у нее за сын. Сын, который во всем сомневался и считал, что невозможно найти путь жизни. Я не стенал еще, молясь, чтобы ты помог мне. Но душа моя жила в напряженном искании и беспокойном размышлении. Самого Амвросия я с мирской точки зрения почитал счастливцем за тот почет, который ему воздавали люди, облеченные высокой властью. Тягостным только казалось мне его безбрачие. А какие надежды он питал, какую борьбу вел против соблазна своего высокого положения? Чем утешался в бедствиях? Какую сочную радость переживало и передумывало сердце его от вкушения твоего хлеба? Об этом я не мог догадаться. И опыта в этом у меня не было. И он не знал о бурях моих и о западне мне расставленной. Я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в их затруднениях. Когда их с ним не было, то в этот очень малый промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищей, а чтением духовное. Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто, зайдя к нему, доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем. Я заставал его не иначе, как за чтением этим тихим. Долго просидев в молчании, кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность? Я уходил, догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушительного гамма чужих дел улучить для собственных умственных занятий. Он боялся, вероятно, как бы ему не пришлось давать жадно внимающему слушателю разъяснений по поводу темных мест в прочитанном, или же заняться разбором каких-нибудь трудных вопросов, и затратив на это время прочесть меньше, чем ему бы хотелось. Читать молча было для него хорошо еще и потому, что он таким образом сохранял голос, который у него часто становился хриплым. Какими бы намерениями он так ни поступал, во всяком случае поступал он во благо. Мне, конечно, не представлялось никакой возможности подробно расспросить, о чем мне хотелось. Как думал он об этом в сердце своем, в святом твоем прорицалище? Бывали только короткие разговоры. Волнению моему, чтобы отхлынуть, требовалась беседа на досуге, а его у Амвросия никогда не бывало. Я слушал его в народе каждое воскресенье, верно преподающего слово истины, и все больше и больше утверждался в мысли, что можно распутать все клеветнические хитросплетения, которые те обманщики оплетали во вражде своей против Писания. Когда я увидел, что духовными детьми твоими, которых ты возродил благодатью от Матери Церкви, создание человека по образу твоему не понимается так, будто ты ограничил себя обликом человеческого тела, хотя я еще не подозревал, даже отдаленно, даже гадательно, что такое духовная субстанция, то я и покраснел от стыда и обрадовался, что столько лет лаял не на православную церковь, а на выдумки плоского воображения. Я был дерзким нечестивцем. Я должен был спрашивать и учиться, а я обвинял и утверждал. Ты же, пребывающий в вышних и рядом, самый далекий и самый близкий, у которого нет больших и меньших членов, который повсюду весь и не ограничен ни одним местом. Ты не имеешь, конечно, этого телесного облика, и однако ты создал человека по образу твоему.
И вот он с головы до ног ограничен определенным местом. Так как я не знал, каким образом возник этот образ твой, то мне надлежало стучаться и предлагать вопросы, как об этом следует думать, а не дерзко утверждать, будто вот так именно и думают. Забота о том, чтобы ухватиться за что-то достоверное, грызла меня тем жесточе, чем больше стыдился я, что меня так долго дурачили и обманывали обещанием достоверного знания. Я болтал с детским воодушевлением и недомыслием, объявляя достоверным столько недостоверного. Только позднее мне выяснилась эта ложь. Достоверным, однако, было для меня то, что все это недостоверно, а мною раньше понималось за достоверное, принималось, когда я слепо накидывался на православную церковь. Я обвинял ее. Учит ли она истине, я еще не знал, но уже видел, что она учит не тому, за что я осыпал ее тяжкими обвинениями. Таким образом, приведен был я к смущению и к обращению. Я радовался, Господи, что единая церковь тела Его, единого Сына Твоего, в которой мне, младенцу, наречено было имя Христово, не забавляется детской игрой и по здравому учению своему не запихивает тебя, Творца Вселенной, в пространство, пусть огромное, но ограниченное отовсюду очертаниями человеческого тела. Я радовался также, что мне предлагалось читать книги Ветхого Завета другими глазами, чем раньше. Книги эти ведь казались мне нелепыми, и я изобличал мнимые мысли святых твоих, мысливших на самом деле вовсе не так. Я с удовольствием слушал, как Амвросий часто повторял в своих проповедях к народу, усердно рекомендуя, как правило, буква убивает, а дух животворит.